отмечаем День машиностроителя, который привязан к замечательной дате. 1 ноября 2024 года сошел с конвейера первый массовый российский автомобиль «АМОЭВ-15». Автомобиль, созданный россиянами, собранный россиянами и выпускающийся массово россиянами по конвейерному производству. В свое время, когда на ассоциации автопроизводителей мы обсуждали, как отметить события, я предложил собраться творческими коллективами от каждого предприятия, члена ассоциации, и провести это в МИАСе. Почему? Потому что в этом же году мы отмечаем 80 лет выпуска нашего первого автомобиля, который ЗИС-5В, который является, то есть так можно по-чешски сказать, прямым потомком, то есть сыном АМОЭВ-15, потому что мы родились из мощностей эвакуированного завода ЗИС, который до этого был АМО, где и выпустился первый российский автомобиль. Наверное, нет предприятий, которые душой не были так близки, как «Уралаз» и «КамАЗ». 100 лет отечественного автомобилестроения, день машиностроителя. 100 лет – это длинный, длинный путь трудовой, наполненный действительно трудовым героизмом. А что самое важное – это про людей. Это про людей, это про труд, это про человека труда. Про тех, кто выбрал свою профессию и предан ей на протяжении долгих лет. Это про вас.